Историки поддерживают переход казахского языка на латиницу. Они сами уже давно думают о таком же переходе для татарского языка. По мнению лингвистов, это позволит более точно передать особенности специфических звуков тюркских языков. Подробнее в материале Даны Нуржан. Казахский и татарский языки не только родственные и схожи, они также имеют и общую историю. Татарский язык с 1927 по 40 год использовал латинскую графику. В современном Татарстане возвращение к латинице, или как она здесь называется, яналифу, обсуждается уже давно. Ученые-лингвисты много десятилетий проводят исследования на тему латинизации татарского языка. Академик Мирфатых Закиев, признанный в мировом научном сообществе специалист в области этногенеза, истории и лингвистики тюркских народов. Он разработал современные правила латинского письма для татарского языка. Если в яналифе 20-30-х годов были специальные знаки для специфических звуков, то современные лингвисты пришли к выводу, что для тюркских алфавитов больше подходят диграфы, то есть сочетание букв для обозначения отдельного звука.